Я прошу вас вернуться к вопросам по существу. Скучаете, да, видимо, за Геннадием Адольфовичем? Мало вам Геннадия Адольфовича по телевизору, мало вам его в социальных сетях. За наши с вами налоги Геннадия Адольфовича покажут, а именно за 160 тысяч гривен, покажут в 8 новых публикациях, за которые мы и заплатим 160 тысяч гривен, и еще раз крутят его в Фейсбуке и Инстаграме. У меня вопрос, почему я должен платить за таргетированную рекламу Геннадия Адольфовича? А ты хочешь платить за Геннадия Адольфовича, за его рекламу? Пиши в комментариях, сколько ты готов заплатить за рекламу Геннадия Адольфовича. Харьковский антикоррупционный центр продолжает наблюдать за Геннадием Адольфовичем и Харьковским городским ворсоветом.